Всем привет, друзья, с вами Гаргар, и это 14-я серия второго сезона проекта Год в Майнкрафте. Перед началом этого нового видео я хочу сделать для себя, ну, если не для себя, то как минимум для вас хорошую новость, то, что у меня сегодня, произошло изменение, то есть, ну, как изменение, ну, разумеется, вот, из школьной жизни. То есть, изначально мне хотели на четверг, 16 сентября, в тот день, когда я выкладываю ролик, сначала сделать 4 урока, с первого урока, затем 3, и в итоге дошло до того, что нам полностью отменили. Но, ну как, ну не совсем, конечно, но нам еще сообщили о том, что будет еще небольшой дистант, то есть нам типа будет присылать задание, а мы должны будем сделать. Но я думаю, что это, можно сказать, дело пустяковое, так что справлюсь с этим, можно сказать, на раз-два. Так вот, в этом видеоролике я покажу вам полицейский участок, пожарную часть и новое живое здание. Ну, в принципе, это то же самое, что в Яконске. Просто напомню, что тот факт, что я переношу некоторые постройки, построенные не только мною, но и моим другом. В основном попадают только те, что, можно сказать, без них я не представляю себе, можно сказать, жизни. В принципе, вот так выглядит живое здание. В принципе, оно... сейчас... Раз, два... Три... Четыре... Пять... Шесть... Десятиэтажное здание, короче. Всего квартир 80. В этом здании проживает 560 человек. Вот, кстати, начинается вас хватит. Ну и давайте посмотрим пожарную часть. Пожарная часть та же, что в Яконске была, напомню. Сначала хотел свою пожарную часть сделать, но как-то, можно сказать, не срослось, просто у меня руки до этого не доходили, и получилось так, что я чуть ли не забросил город, к чертям. В принципе, это та же пожарная часть со всеми соседями, напичканной техникой, в том числе с сиреной, установленной наверху. Нас встречает табличка пожарная часть номер один. Адреса пока что нету. Но поскольку еще не застроен эта часть, то есть между полицейским участком и пожарной частью. Тут у нас столовая, где у нас пожарные, мы скажем, кушают. Тут за этой дверью кухня такая вот. Ну, лаконичная кухня, то есть печки, раковина, холодильник. В этой комнате находится уже отсек, где уже стоит пожарная машина. Тут у нас инструменты, запчасти для машины. Поднимаемся на второй этаж, тут уже. Здесь, отдыхает пожарный после своего рабочего дня. Как здесь после операции. Дальше идет коридор, здесь у нас выход на крышу, туалет, комната диспетчеров, здесь, где принимаются вызов пожарных. И еще одна комната, где уже проверяется, то есть, типа, включение пожарной автоматики в школах, детских стандартах и так далее. Вот эти, типа, проверки, включение сирены, выключение сирен и так далее. Здесь уже сидит главный диспетчер, где управляет аппаратурой, дает оповещение населения. Так вот, в Айсатовске проверка системы оповещения проводится так же, как и в Российской Федерации, то есть дважды в год, то есть в первую среду марта и первую среду октября, соответственно, поэтому, возможно, 6 числа будет видео по проверке системы оповещения. Я, возможно, можно сказать, успею где-нибудь застроить небольшую часть территории Айсатовска, так что думаю, что ролик выйдет. Следующая обновление — это уже полицейский участок. Вот так выглядит полицейский участок. Тут я решил просто сделать с нуля, то есть сделать как бы...
То есть, фасад я сделал как, ну, сказать, реально, просто из пролистал фотографии в Яндекс картинки и, в общем, нашел нужный вариант. Крыша сделана из лазуритового блока, стены из белобетона. Ну и, разумеется, ну, как вам сказать, не помню, сейчас говорю, но это вот деталь сделана из лазуритового блока и кварцевых плит. Дальше у нас отчет надпись «Участковый пункт полиции номер 1 города Исаакиевска». На крыше надпись «Полиция» и «Флаг России». Как я больше привык именовать организацию именно «Милиция», поскольку, ну, патриотично, что ли, то есть, типа, олицетворяет именно России, а не чего-то другого. Дальше тут у нас кабинеты такие вот необычные, кстати, вот здесь. Вот такое вот необычное оформление. Тут у нас сидит начальник отдела отделения. Тут участковый. Кстати, интерьер одинаковый, если что. Тут уже заместитель начальника, а тут уже заместитель участкового. Ну, в принципе, это одинаково. Тут паспорт, уже паспортный стол, правда, интерьер там тоже тот же самый. И комната допроса. Тут уже немного изменено, то есть у нас сидит человек, которого допрашивают здесь, полицейские. Здесь сидит, можно сказать, помощник, который записывает допрос. Тут уже лежат записи допроса. Все это также огорожено крыша, чтобы не было проблем с записью. Дальше идет дешевая часть. Ну, в принципе, ничего особого здесь нету, чисто, так сказать, здесь сидят диспетчеры, так сказать, решают различные проблемы. Тут же стоит кулер с водой, вот здесь. В принципе, вот такой вот получился полицейский участок. Понравилось или нет, решать вам. А с вами был Грегорий. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите идеи. Всем удачи, всем пока.